Всем привет! Вот как видите, имею много лампочек. Попробую сделать эксперимент с лампочками. Лампочки заправлю я соленой водой, соленым бензином, ацетон с солью, бензин с марганцовкой, засыпу порох, потом засыпу серу от спичек и эти лампочки буду подключать в сеть. И посмотрим, что будет. Я думаю, это интересно будет и мне, и вам. Сегодня в эксперименте будут участвовать именно маленькие лампочки. Если кому-то интересно с большими лампочками, у меня есть на канале видео, можете посмотреть. Итак, просверлили отверстие в лампочке при помощи сверла. Отверстие сделал побольше, для того, чтобы с лампочки вышли бы все газы. Ну и теперь заправляем. Итак, заправляем порохом данную лампочку. Ну и думаю, я хватит этого пороха в данной лампочке. Заправляем дальше. Следующую лампочку заправляем серой наполовину с марганцовкой. Добавляем марганцовки. Дальше буду лампочку заправлять соленой водой. Здесь вода. Засыпаю соль. Соль вся растворилась, я уже проверил. И теперь заправляем лампочку. Вода покраснела от бутылочки. Там была красная жидкость когда-то. И вот немножко цвет приобрела. Такой розовый. Ну что, заправляем лампочку. Дальше буду разбавлять бензин с солью и заправлять в лампочку. Здесь бензин. Итак, вот у нас растворилась соль в бензине. И теперь заправлять буду лампочку именно соленой бензиной. Вот заправил в лампочку соленый бензин. И сейчас немножко оставлю место для газов, так сказать, паров. Ложим в сторонку и заправляем следующую. Следующую лампочку будем заправлять бензин с марганцов. Как ни странно, марганцовка в бензине не растворяется. Как видите, не краснеет бензин. Интересно. Ну, зато какая-то стала мутная. Ну что, заправляем в лампочку данную бензин. Ну, а теперь посмотрим, что произойдет с лампочками, когда мы их подключим в сеть. Ну что, погнали. Пожалуй, начну с лампочки, которая заполнена порохом. Ну что, подключаем. Вот соленая вода. Как видим, даже на дне остатки видны. Ну что, подключаем. Интересно тут все происходит. Вода сначала была розовая, потом стала белая. Теперь все пенится, шипит, стреляет. А в конце стала вообще какая-то сине-зеленая интересная реакция. Ну что, продолжаем. Теперь будем подключать ацетон с солью. Подключаем. Бензин с солью.
сера от спичек. Подключаем. Бензин с марганцовкой. Вся лампочка почернела, пошипела, вот и все. Ну что, продолжаем? Вот я взял лампочку, сделал отверстие маленькое. Сейчас погружу ее в бензин. Потом подключу питание и посмотрим, что будет. Как видим, лампочка засветила, перегорела, даже бензин успела набраться в середину, и ничего не произошло. Вот такие дела. Имею вот еще лампочку, заправленную серой. Теперь я ее погружу в воду и посмотрим, что будет. Вот что произошло, когда лампочку, заправленную серой, подключили к питанию, когда она была погружена под воду. Вода вообще синяя стала какая-то. Ну, вот так как-то. Еще повторим. Вот имею лампочку еще заполненную одной серой. Но теперь я ее погружу в бензин и посмотрим, что будет. Данный эксперимент, я считаю, удался. Мне было очень интересно. Думаю, и может и другим было интересно все это увидеть. То, что вы увидели в видео, никому не рекомендую и не советую повторять. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.